Хей, йоги, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру под названием What Remain of Edith Finch. Либо, как она на русском, что стало... Так. Что осталось от Edith Finch? Так, мы куда-то с вами плывем. Ай... Так, играть... Edith, мы играем за Edith, да? Edith Finch, Мелтон. Ну смотрите, они, то есть древо семьи, типа все мертвы, она еще жива. Так, давайте сразу. Аудио. Общая громкость. Музыка, я думаю, сюда. Эффекты сюда. Даже так сделаем. Графика. Так, без рамки, вертикальная синхронизация включена. Разрешение, заглаживание, постобработка, качество, длительная прорисовка высокая, качество спецэффектов ультра. Я даже на высокий поставлю, хотя пускай будет ультра. Ага. Управление. Чувствительность мыши. Я думаю, поставлю сюда пока что. Перекрестие выключено. Обычное управление камерой. Ага, играть. Так, я думаю, нужно, короче, на максимум улучшить мышку. Edith Finch. Много из-за этого показывается, что это бессмысленно. Я прошу за это прощение. Я просто хочу начать с самого начала. С дома. Я жила туда 11 лет, но... Я просто хочу начать с самого начала. ФПС, где? Кто-то установил ограду и сеткой. Похоже, я был в первый, кто через нее перелез. Мой брат Милтон пропал, когда мне было 4. Дом казался просто бесследно, его поглотил. Стой, а тут что, нету озвучки? Ну как, субтитров? Как так? Грак. Стоп, а можно посмотреть управление, хотя бы как бегать? Ладно. К шифта тут не... Тут есть, короче, приближение, это... Я жила туда 11 лет, но в половину комнат меня не пускали. Понимаете, бегать нельзя. Качество на максималке. На ультрах, как вы помните. Почтовом ящике я нашла счет 7-летней давности с пометкой «Срочно». Короче, руками мы делаем все сами. О, ты что, беременна? Ну, я вижу. Так, а подождите, а что по древу у нас вообще, если так смотреть? Один. Ну, если... Эдит и Эдия, это типа прабабушку, типа так, в честь ее назвали. Прожила, в принципе, до хера лет. Волтер. Давайте с ближайших. Так, это у нас получается 13, да, лет. 11. Да, нет, да, нет. Нет? Может, да? Нет. 11 лет. 11 лет. 22 года. Короче, они, ну, не так сильно долго шли мне. До 33. Один год вообще жил парень. Грегори. Даун. Ладно, давайте, короче, играть, и по ходу игры мы разберемся. Ну, я вижу, у нее колечко есть, и она беременна. Я не была здесь со дня похорон моего брата Льюиса. Почему я хочу бегать?
Моя мать оставила мне вместо с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает. А может, она думала, что я сама догадаюсь? Или считаю, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила ее, верно? Финч. Она бегать не может. Так, машины сюда очень давно не ездили. Почему нельзя сделать субтитры подо мной? Зачем мы... Они появляются хер знает где, и мне нужно успеть их прочесть. Они еще плюс при этом рассыпаются, либо появляются медленно. Ладно, пойдемте спуск. Здесь ты на жопе не прокатишься? Или на пузе, как пингвин? А, в игре, где нельзя бегать. Правда в том, что даже получив дом в наследство, я не думала сюда возвращаться. Но теперь у меня были вопросы о семье, а ответы знал только дом. В лесу вокруг дома всегда царила какая-то неуютная тишина. Она словно хотела что-то сказать, но никак не решилась. Никак не решалась. Корни деревьев. Блин, вот чего так медленно? Я понимаю, ты беременна, ну ускори хотя бы шаг немного. Миссинг, потерялся хлопец. Дом был в точности таким, каким я его запомнила. И каким он мне снился. Нифига там пристроек. Это сколько их тут? А, первый этаж, второй, чердак, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 8 этажей, ни хрена себе. Это что такое? Дракон? Однажды я спросила Эдина о драконе. Порду, и он ответил, что он убил его мужа. Мне было 6. И тогда это прозвучило как страшная шутка. Ой, стена. Я тоже подумал, это какая-то херовина, типа жаба с огромным ртом. Но нифига. В детстве дом вызвал у меня тревожное ощущение, для которого я не могла подобрать слов. Да, он какой-то здоровенный. До хера пристроек. А теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, что это было за чувство. А дом меня пугал. Тебе 17, ты беременна? Ты что, гонишь? Ё-моё. Как моя... как подруга моей знакомой, короче, говорит, что тёлка залетела в 16, охуеть. Ну, в Америке это может быть нормально. Я надеюсь, что это ключ от парадной двери, но... Он не подошел. Тут нужно, видите, мышкой все делать. Я заглянул внутрь, и мне почувствовалось, будто дом ждет меня. Мышкой нужно, понимаете, взаимодействовать со всем окружающим миром. А ладно, пойдемте через черный проход. Если вы понимаете, о чем я. Ту-ту-ту-ту-ту. Это от гаража, что ли? А, тут еще есть проход. Пролезть в эту дверь было намного легче. Не забывай, что ты беременна. Электричество отключено в ту ночь, когда мы уехали. Я хочу быстрее двигаться, но слишком медленно. Типа вы меня заставляете рассматривать окружающее. Это чё? Ясно. Прежде за несколько лет. Впервые за несколько лет. Стой, какой год? Я чувствую себя дома. 2010 год.
But instead of a family, they were just memories. Правда, от семьи осталось только воспоминания. Эдит, Кайдая, Даун, Левис. Так, in here, the Levis Finch deck, not there. Brown was on the Edit Sound of the Day. Книжульки всякие. The Holiday Fast, Witch Kitchen, Walking Belief. Walking Belief. Dinner over Cheese, Flowers on the Water. Like how only one restaurant would deliver to our Скажем house. О том, что только один ресторан соглашался делать доставку в наш дом. Ясно. Слишком быстрый текст. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick. О том, например, как Леон начал работать на консервном заводе, и вкус всех уже просто тошнило от лосося. Так, вот тут проход на второй этаж. The table was still a wreck from the night. На столе был тот беспорядок, как мы оставили перед отъездом. It was like a bomb had gone off, killing everyone. Будто взорвался неразрушимая бомба, которая убила живых на площади всю мебель. Еще что-то. Моя мама была единственной, кто считала, будто бабушка Эдди согласится жить в доме престарелых. Ну а, я говорю, это прабабушка, я жива. Nothing in the house looked abnormal. На вид совершенно обычный дом, но его просто слишком много. Like a smile with too many. А будто улыбка, когда видно сразу все зубы. Свою историю была даже у камина, где рассказала, что на его пошли кирпичи из самого первого затонувшего дома. О, вот это прикольно сделано. Так, короче, если что-то активно, они в виде шарика. Одна упала, хочу поднять. Прадедушка Свен делал для Барбары музыкальные шкатулки, как и все остальные в доме. Моя мама вовсе не была оптимистической, но никогда не теряла веры в то, что мой брат Милтон жив. Можно дверь открыть? Многие чего осталось от того бурного последнего дня. О, это что за дверь, залитая пенопластом? Но мне предлагается пойти наверх, так ведь? Что за звуки? Как будто поезд где-то едет. Ладно, погнали. Мама always told me to stay out of the Мама строго настаивала, запрещала мне даже заглядывать в подвал. Так что мне ничего никуда учудило, что... Я понял. Подвал нам не попасть. After Milton disappeared, Mom sealed up all the А мама заперла все спальни после того, как пропал Милтон. Then Edie retaliated and drilled peepholes. В ответе так Эдди посверлил дверные глазки. Отметку эти дверные замки. Молли. Molly always seemed like a girl I could have Мы всегда казались, что все... Так, мы с Молли стали бы подружками. Вот только она умерла еще в 1970 каком-то году. Слишком розовая комната. Я часто играла в комнате дворного дедушки, Уолтера. Луис told me there were secret passages, but I never knew Льюис рассказал мне о потайной ходке, но я ему не верила.
Как выяснилось, моя мама хорошо умела хранить секреты. Теперь настало время узнать, что же там так боялась моя мама. Так, ладненько, давайте тогда сюда попозже. Ну, вот это прикольно сделано комнату, слышите? Когда бы мне не задавали вопросы в связи с семьей, в первый день мы обязательно спрашивали о Барбаре. Барбара Финч. Так, я понял. Идем тогда сюда. Последний раз, когда я была в комнате Эдит Старшей, мне было 10, и она рисовала мой портрет. Грегори. А в детстве я считала, что в любом доме есть дверные глазки и запертые комнаты, куда нельзя входить. Почему Грегори — это туалет? Гелвин. Мой дедушка Сэм на протяжении 7 лет делали комнату в своей покойных... братом Келвином. А, типа, понял. Ха, обычная война и космос. Прикольно. Разделение. Так, мне предлагается еще сюда сходить, посмотреть, что здесь. Самый первый дом построил Эдин, отец Эдин. Барбара родилась на 2 года, была юной звездой, пока Америка от нее не устала. Погнали на чердак. Должно быть, мама заперла лестницу наверх тот вечер, когда мы уехали. Может, типа режим бега. Ну тогда у нас только один проход, ребята. В этот дом. Сюда, внутрь. Легко. При рисунке на стенах было ясно, что до меня здесь забыл мой брат Милтон. Сейчас, глядя на стороны, можем показать, что у меня. С той стороны. Но я не знала, что за той дверью. Типа, за дверью ты имеешь в виду... Я вообще понятия не имела, к чему это может привести. У нас свистулька какая-то. В детстве я часто заглядывала в комнаты Малли через дверной глазок. Малли. У хомяка были... Так, была крошечная спальня, и в ней он жил. Так, я вижу кровать, тумбочки, ладно. Снова книги различные. Впервые, так, оказавшись внутри, я чувствовала себя так, как будто шагнула в картину в стене. Так, дневник Молли. Ну что, давайте. Посмотрим дневник Молли. 13 декабря 1947 года. Дорогой дневник, меня скоро не станет, но я хочу рассказать кому-то, что произойдет. Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина. Я проснулась очень голодной и начала искать, чего бы съесть. Так, корм для хомячков. Корм для хомячков совсем высох, но еще... Жевался. Я не хочу говорить, что это, блядь, внутри. Это, блядь, точно не корм. Для хомячков. Ну, типа, знаете, мини-истории, да, можно считать. Я все ела и ела. Так, мы играем за маленькую девочку, которая жрет все подряд, ладненько. Той ночью. Той ночью я немного ничего. Так, я много чего съела. Это ж игрушки. Тут я услышала за
окном чириканье. Эта ласточка возвращалась так в свое гнездо. Я так потянулась к ней. И вдруг я стала кошкой. Я была осторожной, но птица очень испугалась. Ха, погоня за птицей, прикольно. Мама и с папой меня даже не замечали. А даже не заметили. Если Кися упадет, я прыгнула и почти поймала ее. Если Кися упадет, мне будет Кисю жалко. Она уже начала уставать. Ой, игрушки. Теперь я залезла на большое дерево. Я обещала папе больше не залазить на высоко. Но сейчас мне надо было поймать эту птичку. Я съела ее. И вдруг я стала совой. Сначала был только ветер. А потом я услышал, как в траве постукивает что-то та. Зайцы. А, вижу. Я смотрел как на него и представляла, какой он в виде меня и моих кот. Я проглотила его целиком. И полетела искать добычу побольше. Большая зачиха. Я едва подняла ее. Давилась и все равно не могла остановиться. И вдруг я стала акулой. Прикольно. Акула в горах. Просто кликать. Оп. Спускаемся. Есть. Я скатилась с обрыва и упала в океан. Я еще хотела еще больше есть. Я хотела только жирного тюленя. Жирного тюленя. Я откусила ему плавник, и он был очень вкусным. Жалко тюленя, жалко животных. Маленькая глупая девочка. Я схватила намертво. Я была такой голодная, что выпрыгнула из воды. И когда я открыл глаза, все изменилось. А, нифига себе. Теперь я стала чудовищем и чула людей.
Это ж осьминог какой-то. Я была большая, но двигалась очень тихо. Все, я его съела. Манать. Просто проглотила. Я хотела остановиться, но не смогла. Что ж... Обрейте его пузо ржавым кинжалом, обрейте его пузо ржавым... А, это, что ли? Как его? Какие-то бои. Еще нужно слезть этого, чтобы он не убежал. Люди кончились, но я все еще хотела есть. И почула что-то новое там вдалеке, именно то, чего хотела. Туда и поплыла. А я ж не сожрал того. Я так ползла по песку, и приятный запах завел меня в старую трубу. Старую трубу, хорошо. Так, туалет. Это случайно ее комната? Я была уже близко. Это же ее комната. Ах, черт, нельзя пройти, ладно. Во всех моих животах крутило и урчало. И вдруг я снова стал собой. Я надолго задержал дыхание, но ничего не услышала. Подумала, что он ждет, пока я усну. Но долго ждать она не будет, ему нужна еда. Если мы знаем, что я буду очень вкусной. Очень вкусный. Я знаю, верила ли она во все это, но я убеждена, что та-та-та-та. А теперь объясни мне, пожалуйста. Сохранение. Я чувствовала, что Эдди проводила тут очень много времени. Еще до того, как моя мама заперла двери. А теперь что у нас выходит? Одно из двух. Скорее всего, он открыл окно. И выпрыгнула в окно, да? Хотя здесь не высоко. Может, у нас дерево упало. Позднее это станет очевидным, но моя мама никогда не рассказывала мне об этом. Я рассказал бы, но мама не хотела ворошить прошлое. Впрочем, когда мы приютили бродячую кошечку, именно она решила назвать ее Молли. Кошка уже, значит, потом уже была. Значит... Девчулька хотела есть, увидела птичку, потянулась к птице и упала вниз, да? И погибла. Но она типа говорит, яблоко очень вкусное. Может, она себя по ней грызла, я думаю.
Я думаю, все связано с тем, что она упала в окно и погибла. Ну. Я проводила много времени в комнате бабули Эдди. А ее комната была как музыка. Луис умер за неделю до нашего отъезда, но Эдди уже пыталась увековечить его память. Каждый год Эдди взяла мне пару варежек, как раз когда приезжала с... Так, нашивание. Эдди дала более интересное интервью о человеке-кроте, жившем под домом Финчей. Мама была в ярости. Это странно, но я очень долго не осознавала, что меня назвали в ее честь. Говорю, ее, походу, назвали в ее честь. Однажды летом всех жителей острова закупили, но... Эдди отказалась уезжать. На пару недель она стала настоящей знаменитостью. Рассказывал другим о том, что Свена убила дракон, Эдди имела в виде то, что она не... Так, рухнула конструкция в форме дракона, которую он возвел. Правда, она... Так, не была построена. Так, я вижу гномов. Раз гном, два гном, три гном, четыре гном. Только 4. 5 гном, 6 гном. Ей было уже за 90, но порой казалось, что она гораздо моложе моей матери. Где 7 гном? Раз, два, три, 4, 5, 6. Я этих двух имею в виду. Кей, первая жена девушки Сэма, осталась в доме один единственный след, разве в ванну. Впрочем, это было очень замечательный след. Ясно, понятно. Нет уж, я не буду открывать. Давайте... Блин, у меня, говорят, сюда нажать. Но я не вижу дневника. Вы тоже не видите? Уже полвека семейства Финча оставила на всю Норвегию свои богатства и несчастьями. Один Финч хоронил последнюю жертву семейства поколения, свою жену Ингриду и новорожденного сына Хайтена. А, просто удерживает. 7 января 1937 года он и его родина, так, родня, прямо вместе с домом, пускается в дальнее плавание, надежда оставить проклятие позади. Однажды у берегов Вашингтона 12-метровая волна прибой отправила дом и самого Одина на морское дно. Эдди, дочь Одина, ее муж Свен и малышка. Молли выбирается на берег своего нового дома, острова Касаток. Один Финч становится первым, кого хоронят на новом семейном кладбище. Тем временем его дочь Эдди уже мечтает о новом доме Финчей. Уже полвека семейство Финча оставило на свою Норвегию своим богатством. А, ну все, да. Что бы ни творилось в этой семье, начало этого уже очень давно. А, так один... Ладно. Сохранение. Тогда все понятно. Это была вторая, да, история типа мини? А тут что тогда у нас?
Это разве не их дневник? There's a secret in this bathroom. В этой ванной есть секрет. It's in the last place you would look. Он стоит той Инге. It isn't in the cupboard. Не надо лезть туда, куда не знаешь. It's hidden in this book. Он спрятал в этой комнате секрет. Вау. Давайте, я думаю, дальше. Свен подарил Сэму старый фотоаппарат. Сэм подремонтировал ее и почти так не выпускал из рук. Так, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Сейчас она пролезет, блядь. Всем пока.